И к другим темам. В Челябинском епархиальном управлении прошел 4-дневный семинар для социальных работников епархии. Он был посвящен тому, как помочь семье, оказавшейся в кризисной ситуации. Подробности в сюжете наших коллег. Среди участников семинара были социальные работники и священнослужители различных храмов, сестры приходских служб милосердия, сотрудники областного центра социальной защиты «Семья». На этих днях, 4 днях семинара рассказывают, как лучше социальным работникам построить это общение с родителями, прежде всего, конечно, с мамой, чтобы помочь ей, в общем, ту ситуацию, в которой оказалась семья, как-то выправить в нормальное русло. Оказавшись в тяжелой ситуации, люди с семейными проблемами чаще всего идут в храм. Поэтому необходимо уметь правильно оценить ситуацию в семье и по возможности оказать им необходимую помощь. О том, как наилучшим образом это сделать, собравшимся рассказывал врач-психотерапевт из Москвы Сергей Петрович Борзов, программный директор Таганского детского фонда. Специалист поделился собственным интересным опытом с яркими примерами. Кризис, тот, который есть сейчас на дворе, в общем, это все признают, он приводит к тому, что увеличивается количество бедных семей. А бедность – это фактор, один из таких наиболее важных факторов, который запускает семейное неблагополучие. Важно вот именно сейчас как-то понять, как теми же самыми силами суметь помочь большим семьям, большим детям справиться с этой ситуацией. А церковные, как бы, и социальные работники, вообще церковь – это мощный ресурс, потому что это не только материальная поддержка, которая есть там на приходе, там одежда, пища, а это прежде всего духовная поддержка. Участники семинара активно задавали вопросы, моделировали и обсуждали разнообразные ситуации, реальные и гипотетические, связанные с семейными проблемами и конфликтами. Вместе искали решения. Среди активных участников семинара – социальный работник Свято-Георгиевского храма Наталья Арапова. Женщина рассказывает, что работать на приходе с семейными проблемами прихожан приходится часто. И важно здесь не только дать человеку хлеба насущного, но и подсказать ему, как найти выход из сложившейся ситуации. Раньше, до вот этого обучения всего, мы в основном помогали конкретно люди то, что просят. Люди приходят, просят одежду, даем. Люди приходят, просят денег, даем. На лекарства, даем. Но мы не заглядываем вглубь семьи, что там действительно. То есть у нее сегодня деньги кончились, она опять пришла. Там ребенок опять заболел, опять лекарства нужны. То есть не получается, что мы не решаем проблему. Оказывается, ее можно решать, а мы даже и не знали, что можно ее решать. И вот сейчас нас учат, как это делать. В конце ноября в Челябинской епархии планируют организовать еще один семинар для социальных работников. Вести занятия будет также Сергей Петрович Борзов. На этот раз специалист расскажет, как работать с семьей, где родители злоупотребляют алкоголем.